Всем привет! Сегодня рассмотрим набор тюнинга модов на Volvo FH Globetrotter. Обещают много всего. Первое, что я не заметил, что писали, что 4 кабины, я вижу только 3, как я не щелкал, их только 3. Рассмотрим, какие есть кабины. Вот так вот. Такие вот типы кабин. Ставим самую большую. Также даже много-много шасси, 52 новых шасси. Ну, считать я не буду, но действительно тут выбор очень огромный, включая тандемы. Сейчас мы выберем один из тандемов. Так вот он выглядит. И с разными колесными формулами тандемы. Напомню, 52 новых шасси. Это довольно-таки большой выбор. Так, 8 на 6 поставили. Окей, идем дальше. Также у нас двигатели. 9 типов двигателей. И 8 КПП. 6, 12 и 6 передачные. 12 плюс 2 с ретардером. Идем дальше. Что у нас по интерьеру? 4 интерьера, но 4, это имеется в виду 2 интерьера и правосторонний руль и левосторонний. Вот такой интерьер. Сейчас немножко камеру опущу. И такой. То есть меняется обивка сидения. И также, как мы видим, вот здесь вот появляется такой вот пультик. Что у нас с палкой? С палкой, да, обшивка с палки тоже меняется. Идем дальше. Очень много скинов на этот трейлер, на этот трак. Угу. То есть выбор тут просто огромнейший. Все разблокировано. Ну, то есть выбирать есть чего. Далее перемещаемся на... Рассмотрим весь тюнинг. Не только новый, но и весь тюнинг. Итак, что у нас здесь? Мы имеем вот такие защитки на наш бампер. Такие вот кенгурятнички добавляются. Некоторые из них перекрывают наш вот этот защитник. Так, идем дальше. Давайте уберем этот кенгурятничек, чтобы нам все хорошо было видно. Так. И также вот маски вот на передочек. Тут их несколько типов. Достаточно красивенько все выглядит. Давайте вот этот оставим. Смотрится очень хорошо. Сюда можно добавить по фаре. Так, здесь у нас меняются текстуры. Это стандартно текстуры ступенек. Идем вверх. Здесь мы можем добавить защиту на стекло лобовое. Тоже несколько вариантов. Ну, это стандартное. Тут можно добавлять таблички и измерительные приборы. Идем дальше. Это уже все внутрисалонное. Покажу это вам отдельно. Также большой выбор зеркал. Вот так вот они выглядят. Вот эти со значком мода, это дополнительные зеркала. Даже меняется не только окраска, но и она опускается немного. По зеркалам боковым только три у нас.
козырьки. Видим, вот этому зеркалу он абсолютно не мешает. Это у нас тоже в салон идет все. Материал, из которого сделана ручка двери, также меняется, как мы видим. Так. Здесь добавляются вот такие вот приборчики на наш трейлер. Так, идем дальше. Что у нас вверху? Здесь можно деколи поменять, 750 и глобтроттер декали. Так, и здесь можно добавить лайт-бары. Добавили по лайт-бару. И свет дополнительный. Тут по стандарту можно добавлять мигалочки для перевозки крупногабаритных грузов. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Здесь на бак у нас добавляется новая юбочка. Вот такая вот была. Вот такая вот добавочная. Также можно вот такую вот защитку поставить, раму. Оставляем это. На колеса можно вот применять вот такие вот накладочки. Что касается колес, здесь все по стандарту, ничего нового. Идем дальше. Сзади можно прицепить или запаску, или же такой вот ящик. Так. И вот такие вот два вида у нас задних бамперов. Так, что касается самого трейлера, на него можно нацепить дополнительные осветительные приборы. Эта точка, не могу найти эту точку трейлера. Точка трейлера. Это все по колесам у нас. Идут. Это все внутри. Давайте поменяем шасси на другое. Также есть шасси с краном. Сейчас, если его найду. Вот так, такой вот кранчик. И тоже с ним несколько вариантов шасси. Вот кран. Так, вернем назад наш тандем. Так, переходим сюда. Так, с этой стороны тоже можно поставить. То есть это ставится отдельно. Здесь можно или две запаски, или два вот этих ящика поставить. Вот здесь вот я наконец-то нашел эту точку, которая меняет наш сам тандемный трейлер. Сейчас отдалю немного с разными дверями. Ставим такой. Окей, перемещаемся в салон. Что у нас сразу по зеркалам? Меняется только текстура. Это зеркало я вам показывал, то есть это авторское. То есть здесь меняется не только текстура, а можно его еще пониже опустить. Окей, сделаем такой металлик. Можно флажок прицепить.
поддерживаются сисылы в полной мере, можно все завесить. Можно все завесить разными прикольчиками. Так, идем дальше. Здесь что с водительского, что с пассажирского, можно номерки и приборы поставить. Три типа GPS от сисел поддерживается. Это наша защита. Здесь на столик тоже можно поставить сисловские предметы. Так, бутылка. Да, все хорошо стоит. Сюда можно как стандартные, так и сисел поставить. Ноутбук или же холодильничек. Сюда можно садить пассажира и также предметы можно ставить. Посадили мы пассажира. Идем дальше. Здесь мы можем разместить плакатик от сисела или же такие вот светящиеся надписи. Это уже авторское тоже Volvo лого. Пускай будет Volvo. Также такие надписи можно разместить здесь. Ставим Volvo. Так, что у нас по рулю? Что у нас? У нас два руля. Такой оставляем. Такой он хорошо подходит под интерьер. И также на руль можно стандартные или сисловские накладочки подцепить. Допустим, такой. Окей. Также нужно найти, вот здесь меняется интерьер, или же можно шторки подвесить. Лучше поставить, например, оранжевый, подсветка салона. Хорошо, мы все посмотрели. Дополнительные зеркала применяем и покупаем. Окей. Также глянем, с модом добавляется пару видов трейлеров. Это Dually Trailers и Tandem Trailers. Так. Будем смотреть, как он выглядит с нашим Globetrotter'ом. Вот так вот он выглядит. Можно даже сделать фоточку. Так. Покидаем. Tandem Trailers. Так оно выглядит. Тоже меняется тип. И колесная формула меняется. Также на них можно дополнительное освещение поставить и разные вот эти ящики поменять. Запускаем машину, смотрим, как она смотрится вживую. С этими модами. Ну, я думаю, не стоит даже проверять его на... вот видим, некоторые все-таки есть ошибки по моду. Так, давайте поставим время. Это 12, к примеру. Вот так вот выглядит наш тюнингованный Volvo. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.